дали. Это такой, нет, это что, это автобан у нас еще сейчас начнется. Это вообще. Да, вообще, я не знаю. Так, еще пугаться-то, классная дорога. Я просто уже привык. Тут и зимой, и летом на ней с лопатами. Вот, видите кирпичики, вот нет кирпичики, видите красненькие, вон, видите кирпичики в колее? Это я сегодня с сотрудниками. Вот, если друг рыба наша подруга. Чтоб клей не было. Так, а вы завтра во сколько начинаете заседание? 10:00, хорошо, тогда все там будет готово, все, там будет играть музыка, будет греть камин, будет тепло, уютно. Завтра, а, завтра полдесятого, конечно, это логично. Я в 7 утра. Я просто так подумал. А нам убедили, что все будет. Врачалочка наша поехала. Сфотографируй. Бургер, да. Там. Ну, как бы. Байкальская черная белочка. Не, здесь здорово. Воздух.
Пенящий. Что все мы собрались. Принтер 99-го года, габарита правого хрусталя. И у них в Владивостоке был последний с Романа направляющий. Группа, а что о девушке про машину? Это наша, мы с Наташей часто, да. У нас наша любимая тема. Есть фишка, я вчера рассказывала про патрон. Мы с ней вместе подходим и слиняем. Эх, хорош, да? Как вам местные места? Твой пляж. Отлично. Места. А, больше без... времени. Ой, все обед лучше. Вкусный. Говорят, все будет шашлык. Ну, один раз они нормально будет, если он тебе нравится. Привет, мне уже жжение тебя. Она тебе понравилась. Замечательно. Пусть детки тебя не радуют, жалко. Не болеют. Тебе сильно много желать по телефону, давай. Конечно. Да, я думаю, что достаточно на прокат. Ну ладно, ничего страшного.